Офигеть вас здесь. И все на ходу стрелять умудряются. Читеры! Такими темпами у меня скоро патроны кончатся, я чувствую. Хотя их 736, но вряд ли надолго хватит. Слишком уж много противников. И еще я застрял, замечательно, почему бы и нет? Выбрался. Вы что, совсем тупые? Полчаса перестреливались в кучу снегу. Ну, давайте. Бум-бум, бам-бам, бом-бом-бом-бом-бом. Да. Меня даже не предупредили, что всего одна ракета будет. И как я буду с БТРом справляться, интересно? А, нет. Готовка ракет просто идет. Так. Во-первых, вот это вот снесем. Давай, 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 быстрее. Подготавливай там. Я не могу ждать. В этом-то и подвох. О, они еще и после себя гранаты оставляют. Так, пошла в БТР. Где БТР-то? Вот он. О, вот это фейл. Вот это фейл. Просто в кран. Зашибись. Зато я на коне. Ой, то есть на крыше. Ну-ка еще раз шмальнуть попробуем. Где там БТР-то? Я не вижу. Вон он. Я себе ноги поломал. Еще полпути будет сложно с такими ногами пройти. Ракета воздух-земля готова. Отлично, я рад. Как пьяный пират, ну! Отлично. Просто супер шикарно. Так подготавливаю быстрее. Ракета воздух-земля готова. Пожалуй, я подальше встану от этих бочек. Знаю я уже, чем это все заканчивается. Группа цели уничтожена. Молодец. Пехота, это не страшно, в принципе. Можно было и так разобраться. Без траты всяких этих предейтеров. Игнорщики сзади, им плевать, что в них стреляют. Давайте, давайте, пошли. Спокойно, спокойно. Здрасте, хорошо, что у меня пулемет называется. Ситуация. Да вы убить его уже. Надо бы еще раз воспользоваться ракеткой. Не слишком я там близко долбанул. Так, обеспечить оборону, зачем? Нам надо на подлодку. Я разве не прав? Стоя на борту. Прикрывайте еще пару минут. Подготовка ракет.
Так, я, пожалуй, лучше ракетой воспользуюсь. Надо было дождаться вторую порцию грузовиков, но ладно, черт с ним. О, хорошо припарковались, а? Вообще красавы. Ну, посмотрите, как так можно припарковаться, я не знаю. Только в России так умеют делать. Это проблема решения с пробками. Точнее, решение проблемы, господи. Что я несу? Кроме пулемета. Предейтор сбит? Что? Только мне понадобился предейтор. Не знаю зачем, потому что все уже сдохли. Пошли, пошли, пошли. Может, вы их уже убьете, и мы пойдем дальше? Ну и что нам делать? Чё быстрее? Прайс свихнулся. Кто вообще после тюряги без допросов, без следственного этого пустил в команду спецреагирования? Интересно. Какой-то детсадовец в этот бред должен поверить? Может, с ним там контрразведка поработала и завербовала его? Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Возвращаемся. Вертолет сбитый. Эй, парень, тебя сейчас убьют. Приколись. Какое-то дежавю у меня, знаете. Дайте мне еще. Пожалуйста. Эй. Нахрен его экономить? Засолить, что ли, вам его? Эти прут, как я не знаю что. Защищайте позицию. Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Неожиданный переход. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? У Хьюстона проблем, как всегда. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Фейерверк, блин, космических масштабов, что там такое? Не запланировано? Угу, стартов, которые, блин, вдоль Земли летят. Что вы?
Ну да, конечно. Взрывная волна в космосе. Это интересно. Надо найти нормальное оружие. Без коллиматора. Весело у вас тут, а? Прям как в фильме «Монстро». Так, что у нас здесь? Фальшящики, да? Патронов нету. Что там происходит? Что это было? Ждите здесь. Идешь наружу, ты спятил? Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика на... Маркером точку нарисуй. Да, без светофоров тебя точно собьют на дороге. Вот, это уже другое дело. Хотя, в принципе, и без смены оружия разобрался бы и без точки. С противником. Это подстава, парни. Ну, он же даже отзывы не знает. Он же даже Техас не знает. Ну, что это такое? Точно из избы вылез. Из какой-нибудь сибирской избы. Патроны — это хорошо. Ох, видел бы я что-нибудь. Но, к сожалению, ни черта не работает. Так, фонарика нету. По крайней мере, на L он не включается. Да и если бы он был, нам бы сказали. Весело. Свой, не свой, не свой. Да кто там? Опять прикладом. Замечательно. Замечательно. Лови. Замечательный ты наш. Сдох. Молодец. Пистолетом, как себя поудобнее, будь пользоваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Решили закидать до смерти прям.